Комиссия фонда содействия реформированию ЖКХ оценила показатели переселения в Ивановской области как нулевые. Вывод был сделан на основании отчета по итогам 2016 года. Региону зачтено всего 2000 квадратных метров из необходимых 15 тысяч, то есть 14%. Это очень низкий показатель. Комиссия фонда в регионе посещает муниципалитеты, смотрит, как продвигаются работы на стройках и делает выводы о достоверности сданной отчетности. Также квадратные метры, введенные в эксплуатацию в 2016 году, пошли в счет недостигнутых показателей прошлых лет. Правда, никаких штрафных санкций от низкой оценки регион не получит. Департамент строительства и архитектуры отчитывается. Заключительный этап программы переселения под контролем. В ближайшее время запланирован ввод 3 домов в Приволжске, еще 4 в Кохме. На особом контроле низкие темпы строительства в Савино. Там проблемы подрядчика мы видим налицо, низкие темпы строительства, и сотрудники департамента строительства и агентства капитального строительства там бывают практически ежедневно с целью контроля за ходом. И завтра у меня будет принципиальный разговор с руководителем этой организации, поскольку мы видим, что они не справляются.